сама ярость. Жестокие, бесстрашные, неудержимые, беспощадные. Но ты будешь еще хуже. Рви их в клочья, пока не уничтожишь всех. Мы обязаны его сдержать. Определить причину демонического вторжения невозможно, пока связь со спутником Распресс не будет восстановлена. Здравствуйте. Я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Начинается блокировка.
Нельзя дать ему покинуть это место. Он может все разрушить. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались их миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля, но уверяю вас, у нас были веские причины для такого риска.
всего одна. 221 день без несчастных случаев. Здравствуйте, я Вега, искусственный интеллект марсианского комплекса. Я провел диагностику претерианского бронекостюма и выяснил, что смогу активировать дополнительные испытания, с помощью которых вы сумеете быстрее обновить свой арсенал. Я добавил в ваше досье отслеживающую программу. Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Я верю в честность, особенно сейчас, последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи, человеческие жертвы, портал в ад, демоны — все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я, в новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы.
Портал в ад. Демон. Все это. Друзья мои, будьте благодарны. Небезопасный уровень демонической жизни. Начинается блокировка. Yeah.
Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята.
доступ к сканеру. Идите к терминалу Веги, и я дам вам то, что нужно. Thank you.
это подарок. Примите. Это придаст вам сил, поможет в пути, если выдержите скачок мощности. Вега, дай то, что он хочет. 61 337 сотрудников УАК погибли. 81% территории комплекса заблокировано. Уровень демонического присутствия на марсианском комплексе достиг критической величины. Согласно записям Хайдена, вторжение началось в комплексе «Лазарь». Была активирована адская волна, преобразовавшая 64% персонала УАК в тех существ, которые теперь рыщут по всему комплексу. Остальные были убиты демонами, выпущенными Оливией Пирс. Пожалуй, я должен извиниться за все, что здесь произошло. Некоторые мои сотрудники зашли слишком далеко. Оливия, прежде всего. Я полагаю, вам рано или поздно придется с ней разобраться. Возможно, вам не нравятся наши технологии, но знайте, исследования ада велись исключительно ради блага человечества. То, что вы видите сейчас, цена прогресса. Впрочем, это уже не важно. На литейной фабрике возникла чрезвычайная ситуация. Регуляторы уничтожены, и температура ядра вышла из-под контроля. Они захватили соседний комплекс. Если не включить вентиляционные турбины, мы все погибнем.